Вот специальный гость из Македонии пытается на свою лапу одеть перчатку, ничего не получается. Слава, ты как? Дай мне, дай право. Ну так ты просто... Нормально, главное, чтобы он не сломал. Да, пару раз ударится и все. Тупик какой-то. Слава. Ты видишь, ты не можешь найти, да? Там вот есть проблема такая, видишь? Пошел. Да тебе надо найти волшебника. Иди волшебника ищи. Какого волшебника? Ты должен кого-то увидеть. А вот ты же не дошел, иди сюда. Это там выход, опять ты сейчас будешь кружить там 3 часа. Там в конце фильм какая-то. Надо другие парчатки сделать, ладно. Давай иди позвони, брат. Не знаю, как у полицейского, но это же мое, Рома. Ну, да, надо тебя сфоткать с волшебником. Слушай, потом. Мне надо дочку все привезти. Да, обязательно. Кинуть пределы лабиринта. Ну вот, да, я тебе помог. Я найду сам. Не, ну я тебе уже заградил, как ты. Во. Стой. Йован, стой. Только, а теперь на фоне логотипа дай отзыв. Как тебе, понравилось? Нет. Ладно. Встань сюда. Ладно. Стоило приезжать из Македонии? Ладно. Да.